В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. И сегодня у нас в гостях Ольга Савельева, председатель межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». Здравствуйте. Добрый день. Ольга Сергеевна, расскажите, вот, чем занимается ваша организация, что она из себя представляет? Все-таки это не тот типичный пример организации общественной, к которой мы привыкли. Ну, организация «Дети-ангелы» в межрегиональном объеме, она существует больше 10 лет. Наше рязанское отделение, оно сформировалось еще в прошлом году, но буквально в декабре будет год, как мы осуществляем деятельность свою на территории города Рязани. Задача организации – это в первую очередь оказывать помощь родителям и детям-инвалидов. И основной профиль нашей организации – это дети с детским церебральным параличом. Как вы общаетесь? Все-таки встречи, возможности встреч у вас нет. Очень большой информации по средствам реабилитации, методам реабилитации, помощи, там, юридической помощи. Она есть на форуме «Дети-ангелы», он так и называется. Там практически вся кладезь информации организации за 10 лет. Но нам необходимо как бы общение онлайн, и поэтому мы используем Viber. У нас есть группа в Viber, «Седьмой лепесток» она называется, и ВКонтакте «Седьмой лепесток», где всю мы информацию дублируем, та информация, которая там необходима, скажем так, телефоны, взаимопомощь какая-то, где-то что-то продать, где-то что-то купить, ту же самую обувь, либо еще что-то. Ну, и записываемся там, например, приезжает к нам специалист, ортопед из Питера. У нас там происходит запись, мы записываем, организовываем приезд докторов. Но все-таки мы понимаем, что больницы этого не могут дать, поэтому вы приглашаете специалистов. Больницы этого не могут дать, я бы сказала, что в полном объеме. Да? И опять же, вариативность. В больнице есть, да, какой-то определенный способ или метод, который придерживается этой больницы для реабилитации ребенка с ДЦП. На самом деле этих методов и способов огромное количество. И поверьте, вот сколько моему ребенку, да, сколько времени, я еще не все из них попробовала в плане того, что у меня нет средств. Грубо говоря, все попробуйте, времени тоже. Но вот как раз именно и время, оно играет очень важную роль. Очень важно в нашем, при наших диагнозах развивать раннюю диагностику и оказание ранней помощи, когда еще ребенок совсем маленький. Вот это золотое время, время ребенка до года, когда выявить проблему необходимо и оказать помощь. Существуют методы и средства реабилитации именно на ранних стадиях, которые дают практически 80% возможно избежать этого страшного диагноза и последствий. А вот расскажите вашу историю. Как вообще получилось, что вы узнали, что ваш ребенок вот с таким диагнозом? Будучи еще в роддоме, ее оттуда забрали в отделение патологии новорожденных. Ну, вам объяснили, для чего, почему? Из-за чего так произошло? Нет, мне объяснили, у нее было все нормально. 7-8 по Абгар. Ничего не предвещало беды. Потом через 8 часов ее забрали, увезли. Все, 10 дней в реанимации, месяц в больнице. После этого никто не говорил, что у нас там возможен этот диагноз ДЦП. Если бы мне хотя бы сказали, то что обратите внимание, вот после вот таких последствий у вас там возможно, да, вот так, вот здесь вот повнимательнее, вот здесь вот, как бы наблюдались у врачей, ничто, ничего не предвещало. Но потом, когда уже пошли отставания в развитии, 8 месяцев мы съездили в Москву, и там нам поставили угрозу ДЦП. А как детям с ДЦП живется именно в условиях города? Действительно ли доступна им городская среда, вот эта программа, как она работает, о которой все говорят очень часто федерально? Знаете, я хочу вот сказать, что, опять же, детский садик – это как бы мой частный случай, да? Ограничения моего ребенка позволяют ему ходить в детский садик. Я не говорю о тех детях, вернее, я должна сказать в первую очередь о тех детях, у которых нет такой возможности. И это очень важно, чтобы эту проблему рассмотрели, потому что детки очень тяжелые, которые находятся дома, они также нуждаются в социальной адаптации и в первую очередь в медицинской реабилитации. Ну, вот эти дети, они как-то общаются с другими детьми или это вот просто, к сожалению, они сидят дома? В большинстве случаев мы сидим дома. Есть какие-то мероприятия тоже, опять же, вот, через другие организации, которые проводят, но
но не все они доступны. Для некоторых детей невозможно выйти погулять по причине того, что нет пандуса в подъезде. Для меня очень тяжело выйти, у нас есть пандус в подъезде, у нас есть лифт, но мне очень тяжело выйти с коляской, да и простой маме, в принципе, очень тяжело выйти с коляской, если не чистится снег на улице. Пройти практически невозможно. То есть только дома и в лучшем случае, если все хорошо, выйти на улицу погулять. Да. Почему так вот получается у нас, к сожалению, что чаще всего, да и быстрее всего, помощь найти где-то в какой-то группе, вот в такой, как вашей, чем от государства? Какие-то препоны, видите, или вам отказывают? Ну, это вообще вся система так работает, вот насколько я знаю. Вот вы знаете, что 3 декабря будут проходить митинги и пикеты в поддержку, поднимите пособие лицам, осуществляющим уход. Сколько уже бьемся за это право получать пособие по уходу со своим ребенком на уровне прожиточного минимума. Сейчас это пособие, я не работаю, составляет 5500 рублей. То есть прожить нереально. Даже взрослому человеку одному, не говоря уже про ребенка. Ну вот представляете себе ситуацию? Мама, от которой отвернулись все, и она не отдала своего ребенка, и она живет ради него, и она, получается, может рассчитывать только на пособие по инвалидности и на пособие по уходу за ребенком-инвалидом. Сумма там не очень большая получается. То есть мама, она даже не может рассчитывать на прожиточный минимум. На бирже труда по безработице, по-моему, люди получают больше. А тут ты, получается, ты 24 часа находишься рядом с ребенком, ты не можешь никуда отойти, у тебя нет на это возможности. И при этом расходы, они очень велики на реабилитации, на лекарства. Но вот сейчас, получается, ДЦП – это фактически приговор. Или все-таки есть шанс, ну, допустим, не в Рязани, а где-то ребенка поставить на ноги? ДЦП? Нет, это не приговор. В любом случае надо верить своего ребенка. А в любом случае надо заниматься. Нужно собраться. Нам некогда опускать руки и искать свой метод реабилитации. Опять же, возвращаюсь к тому, что необходима ранняя реабилитация. Чем раньше ребенок найдет свой метод реабилитации, их очень много, и Войт-терапия, и БАБАТ. То есть сейчас, если перечислять, много времени это все займет. Очень важно именно найти свой метод реабилитации, при котором при наименьших затратах будет получаться больше результат. Я имею в виду затрат физических, моральных и материальных, как и для семьи, так и для самого ребенка. Потому что любая реабилитация – это нагрузка для ребенка. Очень большая. Вы не слышали, как наши дети плачут на реабилитации? Нет? Нет. Вот, наверное, муки адовые. И стоны все, наверное, просто-напросто там отдыхают по сравнению с тем, что вот там ребенок. Вы терпите. Мы не терпим, мы вместе с ними плачем. Но другого способа нет. Другого способа нет. Да. Надо. Надо. Вот как найти эту грань между тем, что жалко, и надо. А жалко, очень жалко. Каждый раз это боль, каждый раз это... Ты превозмогаешь все свои душевные чувства. Я не представляю, что моему ребенку вот это испытывать приходится на этих всех реабилитациях. Это то, что это все. Любой массаж на 4-й день у вас все болит, правильно? У здорового человека, а у ребенка, который, например, все это в спастике, это все им разминают, это надо делать. И вот это очень тяжело психологически родителям тоже переживать. Вот какая-то психологическая помощь все-таки нужна родителям, у которых дети с ДЦП? Конечно. Но она оказывается? Мы друг друга сами поднимаем, как Мюнхгаузен. Другого варианта? Ну, у меня не было другого варианта. Если кто-то вот кому-то была оказана вовремя там профессиональная помощь психологическая, то это очень здорово. Какие-то планы есть в организации вашей на следующий год, что вы хотели провести? Какие-то, может быть, тренинги, курсы реабилитации новые? Ну, вот сейчас, опять же, в проекте такая задумка. Вначале говорила про тех деток, которые не могут, да, выйти из дома. Есть задумка об организации посещения
таких детей на благотворительной основе, волонтерами Деда Мороза и Снегурочки. Очень хотелось бы найти неравнодушных людей, которые смогут там 2-3 часа своему времени вечером, я не говорю, что на весь период, там, какому-то ребенку, который живет в вашем районе, прийти поздравить его с праздником, дать понять и ощутить полноту этого праздника, какого-то сказочного волшебства. Но опять же, это все в проекте, над этим работаем. На следующий год, да, мы стали в график, будем приглашать специалистов, проводить курсы реабилитации. Даст Бог, у нас получится это делать систематически, периодически, не 2 раза в год, как вот в этом году большой такой, большие такие курсы, а почаще, потому что это надо минимум 1-1.5-2 месяца. Но опять же, специалистов. Очень загружены, детей очень много. Я все-таки вам желаю, чтобы все эти планы у вас осуществились. В гостях программы «Городские встречи» была Ольга Савельева, председатель Рязанского отделения Межрегиональной общественной организации детей, инвалидов и их родителей «Дети ангелы». Спасибо, что пришли. Всего доброго, до свидания. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город».